Кожна майбутня матуся, яка мріє про дитину, з перших днів, дізнавшись про вагітність, уявляє себе в одязі, який вигідно підкреслює її стан. Одежда должна быть всегда и во все времена удобной, прежде всего. И беременной женщине тоже нужно удобство. Если когда срок у нее маленький во время беременности, она может ходить и даже в каких-то каблуках и одевать какую-то там одежду такую, чтобы тугую, вот, как ей нравится, открытую, то, естественно, с ростом живота она этого сама себе позволить не сможет. Ну, вы видели когда-нибудь беременную женщину на высоких шпильках? Да вы ее сами такую не видели, она и сама не оденет. Але модниці, які звикли хизуватися на високих підборах, все ж таки повинні замислитись. Что-то одеть на танкеточки на более плоском ходу. Тем более, что ножки будут отекать визуально, или, может быть, она их просто ощущает, что они отекшие слегка, но на глаз не видно, но тем не менее, это будет дискомфортно, поэтому сейчас достаточное количество обуви, которую можно подобрать на низком ходу, очень удобную, и летнюю, и зимнюю, которую с удовольствием будет одевать любая женщина, беременна или нет. Сучасна промисловість в спеціальному одязі для вагітних прораховує всі тонкощі стану і виробляє одяг, який навіть полегшує виношування. Есть сейчас штаны, джинсы, которые предусмотрены для беременных, где резинки, чтобы животик поддерживался в виде даже бандажа. Это даже очень неудобно. Есть вот такие комбинезоны, им тоже очень комфортно ходить в такой одежде. То есть, конечно, сейчас не 18-19 век, когда прятали беременность, сейчас это никто не прячет, беременность наоборот, это достоинство теперь. Вот. И нет смысла утягивать куда-то ее, эту беременность. Поэтому все это красиво, все природно, и одежда должна быть самая, что ни на есть, удобная для каждой женщины. Якщо жінка нібито і задоволена своїм станом, але хоче виглядати стрункішою і вдягає тісний одяг, вона повинна знати, що спричиняє чимало незручностей для майбутнього малюка. Вона придавлює таким образом младенця внутріутробно. И таким образом она сковывает его движение, то есть вынужденность положения плода. Он ведь там живет, он ведь там двигается, шевелится, сосет палец большой одной или другой руки, учится сосательному рефлексу, тренируется кушать. Он должен размяться, снова сложиться в позу зародыша. И он это делает с самых-самых первых недель. Вот как только у него поотрастали эти конечности, он уже позвоночник, суставчик должен работать. Должен ходить, потому что ребенок должен потом впоследствии иметь ресурс, чтобы двигаться, ходить, поворачиваться, садиться, в конце концов идти. Вот. Ограничивать это нельзя, коль скоро это уже любимое чадо, которое вынашивает женщина, коль скоро это ваш ребенок, зачем же вы ему устраиваете какие-то неудобства? Вы же его хотите, создайте ему удобства, пусть ему ничто не давит.